Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». 10 февраля 2023 года актриса Людмила Артемьева отмечала 60-летие. На сегодня в арсенале актрисы множество ролей в фильмах и сериалах, а ее собственная популярность кажется просто невероятной, ведь Артемьева начала активно сниматься, когда ей было уже почти 40 лет. Актриса приобрела популярность благодаря ролям в сериалах «Таксистка», «Кто в доме хозяин», «Сваты». Яркая комедийная амплуа стала визитной карточкой актрисы. Однако надо заметить, что за кадром жизнь Людмилы Артемьевой складывалась далеко не безоблачно. Еще во время учебы в «Щуке» Людмила вышла замуж за сокурсника Сергея Парфенова. В этом браке у супругов родилась дочь Екатерина. По стопам родителей она не пошла, окончила литературный институт имени Горького по специальности переводчик немецкого языка и затем стала работать лингвистом. А через 15 лет брака Людмила Артемьева и Сергей Парфенов оформили развод. Причины развода довольно банальны. В 90-е Сергея почти перестали снимать и все реже давали роли в театре. Из-за финансовых проблем Парфенов пристрастился к алкоголю. Постоянные скандалы и выяснения отношений стали нормой для их семьи. И в какой-то момент Людмиле просто все надоело. И в итоге она решила расстаться с мужем. После развода актриса на своем женском счастье крест ставить не собиралась. И в 2012 году, когда актрисе было уже 49 лет, во время съемок 6-го сезона сериала «Сваты», для многих огромной неожиданностью стал ее уход в декрет. Тогда в СМИ прошла информация, что Артемьева беременна от молодого возлюбленного. Но, к сожалению, малышу не суждено было появиться на свет. Выносить ребенка Артемьевой не удалось. У звезды случился выкидыш. По правде сказать, слухи о том, что актриса вновь вышла замуж, возникали регулярно. Но сама Артемьева эту информацию не подтверждала и не опровергала. С некоторых пор актриса тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних взглядов. На сегодня Людмила Викторовна лишь признается, что самым большим ее желанием является понянчиться с внуками. Но пока что ее дочь Екатерина не спешит с потомством. Она, как многие современные женщины, настроена на карьеру. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!